Добро пожаловать в Самару. Гастрономическое приключение в ресторан «Коза Тапас». Здесь интерьер буквально дышит вниманием к деталям. Принесите, пожалуйста, самые популярные тапас и паэлью. В чем плюс нашего заведения? Каждый может найти что-то свое. Вкусно и органично выглядит. Мы все пришли на тыквенный суп с креветками. Это еще одно подтверждение тому, что меню очень разнообразное. Друзья, всем привет! Алексей Борисов снова с вами на канале «Борисов на страже вкуса». Добро пожаловать в Самару! Сегодня мы отправляемся в наше новое гастрономическое приключение в ресторан «Коза Тапас». Вы готовы узнать, какие испанские вкусы нашли свое отражение на берегах Волги? Подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео, и поехали в ресторан «Коза Тапас». Этот ресторан – настоящий рай для любителей тапас. Это место, где испанская кухня сливается с волжской атмосферой. Вдохновленные путешествиями по Южной Европе, создатели этого заведения подарили нам кусочек Испании в историческом центре прямо на улице Куйбышева. До недавнего времени здесь находился магазин канцтоваров, а теперь «Коза Тапас». Здесь интерьер буквально дышит вниманием к деталям. Каждый уголок продуман так, чтобы создать атмосферу уюта и гостеприимства. Панорамные окна заливают зал естественным светом, наполняя зал светом и воздухом. Потрясающая лепнина на потолке и белоснежные стены добавляют помещению элегантности и легкости, превращая его в притягательное место для всех, кто сюда заходит. А теперь давайте заглянем в меню. Здесь огромный выбор от закусок и салатов до горячих блюд и десертов. И сегодня, конечно же, мы будем пробовать знаменитый тапас и ароматную паэлью. Будьте любезны! Принесите, пожалуйста, самые популярные тапас и паэлью. Позвольте, я задам вам несколько вопросов. Как вас зовут, во-первых? Меня зовут Света. Светлана, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, топ-3 самых популярных блюда в вашем ресторане. Так как акцент в нашем ресторане все-таки на испанские блюда, соответственно, топ-3, я бы сказала, это тапас. Каждый гость берет у нас тапас, пробует разные сочетания и, конечно же, паэлья. Паэлью мы готовим по рецепту, который привез наш шеф-повар из Валенсии. Соответственно, вот эта изюминка и цепляет наших гостей, и это блюдо является одним из самых популярных. И, наверное, паста тоже пользуется спросом, такая классика. Италия равно новая классика, как говорят, соответственно, тоже достаточно популярным. Супер, спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот у вас самое популярное блюдо – это тапас, как вы только что сказали. Это авторский рецепт вашего шеф-повара, либо вдохновителя идейного, либо собственника, или это классические испанские блюда? Наша владелица Ирина Казаченко привезла многие рецепты с собой. Она много путешествовала по Испании, по различным странам. И вот именно то, что она взяла с собой из Испании – это рецепты нескольких тапас, а также рецепт лукового варенья. Это такое удивление для наших гостей, но тем не менее его вот этот пряно-сладковатый вкус, который так цепляет, очень пользуется спросом, и это такая наша изюминка, скажем так. Но есть также классические сочетания, например, вяленые томаты, кедровые орешки, слабосоленая форель с творожным сыром тоже очень пользуются спросом, поэтому мы так балансируем, мы что-то новое, авторское и с более традиционными сочетаниями. И заключительный вопрос. Вот гости какой возрастной категории к вам ходят? Это взрослые люди, это молодежь? Что вы об этом можете сказать? Я бы сказала, что всегда по-разному к нам ходят от подростков, наверное, до людей старшего поколения. Нет такого, что 20-30. Мне кажется, в чем плюс нашего заведения? Каждый может найти что-то свое из достаточно, пусть и маленького, но разнообразного меню. Вот, но по гендерным предпочтениям я могу уже сказать, что больше девушки предпочитают. По возрастным я бы сказала, что всегда по-разному. То есть каждый может найти что-то свое. Я вас благодарю за ответы, а мы садимся за стол и начинаем дегустировать, что же нам приготовили и принесли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие вопросы задать в следующий раз. И самые интересные вопросы попадут в следующий выпуск. Расскажите, пожалуйста, что же вы нам принесли? Самый правый у нас игровая креветка с соусом песто. Также мы добавляем для сочности томат черри. Далее вяленые томаты и кедровые орешки. Тут уже органолептика будет поинтереснее за счет кедровых орешков. Далее хамон с запеченным перцем и запеченная форель с луковым вареньем. И прямо перед вами наша паэлья, очень популярная с морепродуктами. Рассказывают очень вкусно. Давайте же убедимся в этом на практике. Друзья, насколько это вкусно и органично выглядит. Я хочу скорее все это попробовать. Я, конечно, не специалист по испанской паэлье,
Но что хочу отметить. Креветка, та, что попала первая мне в рот, показалась мне очень мясистой, с легким чесночным ароматом и насыщенным вкусом. Рис, в свою очередь, довольно-таки рассыпчатый и тоже насыщенный. Попробуем дальше. Овощи гармонично вписались, дают свежесть этому блюду. И если с паэлей плюс-минус все понятно, что же из себя будут представлять тапасы? Мне с нетерпением охота узнать. Касается тапас, у каждого из них неповторимый вкус и неповторимое сочетание. Я уверен, что каждый гость сможет найти то, что ему понравится, и отдать ему свое предпочтение. Ну а вы, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, потому что здесь самые топовые обзоры и самые вкусные блюда. Зададим пару вопросов гостям этого заведения. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анастасия. Анастасия, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, как часто вы приходите в это заведение? Ну, периодически прихожу в разные филиалы, у них же их несколько, и очень часто заказываю доставку. Кейтеринг – это очень удобно, различные тапасы на всякие мероприятия, детские дни рождения, например, в качестве закуски очень удобно. А какие блюда вы хотели бы отметить в заведении «Коза Тапас»? Ну, в данный момент мы все пришли на тыквенный суп с креветками. Так очень много блюд. Салат с тунцом, например. Тапасы очень люблю с грушей карамелизированной. Это еще одно подтверждение тому, что меню очень разнообразное. Ну вот мы узнали, что же такое сочетание испанской кухни и волжской атмосферы. Обязательно приходите, чтобы попробовать все эти удивительные блюда. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А также прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Напишите в комментариях, какие новые заведения вы бы хотели видеть в следующих выпусках. До встречи!